Это программа «Коза». И сегодня мы на грандиозном празднике. Сегодня шоу-ресторан «Альбир» отмечает 1 год. И мы от чистого сердца поздравляем шоу-ресторан «Альбир» с днем рождения. Как вы считаете, что может успеть годовалый ребенок? Научиться ходить, говорить, готовить, варить пиво, ставить мюзиклы, петь на них. Год – это, казалось бы, очень мало. За этот год открылась винотека «Альбир». Великолепная служба доставки «Альбир» и, конечно же, сердце нашего шеф-повара – лавка шефа. Сложилась семья шоу-ресторана. Скажи, что для тебя этот год вообще? Что он принес в твою жизнь? Это была куча потрясающих эмоций, которых, в принципе, за определенный срок своей карьеры я действительно не испытывал. Потому что такое количество костюмов я не одевал вообще никогда. Сколько одел за этот год, столько эмоций положительных действительно не получал. Столько пива не пил никогда. Даже не работает. Мы, в принципе, не знаем, что это такое. Почему? Потому что мы живем «Альбиром». Мы живем для вас. Мы не знаем, сколько у нас выходных дней. От чего выходных, собственно говоря? От того, что нам нравится. Ну, я бы сказал, сколько у нас дней расставания с семьей. Альбир. Ну и меня тоже, и тебя тоже. Федор – это человек, который непосредственно принимает участие даже в некоторых постановках шоу-ресторана «Альбир». Он, правда, об этом не знает, но принимает. Ты любишь нас, скажи! Да, я принимаю все. Вернее, я принимаю участие. Очень рад, что мы сегодня дарим Харькову великолепное калифорнийское паровое пиво. Но это самое начало Америки. Это еще кольты, это еще Мексика, Америка, Объединение и так далее. Причем, как всегда, оригинальный рецепт. Я безумно рад, что сегодня на сцене работают мои друзья, группа Orbis Band. Конечно же, мы будем рады приветствовать будущую звезду и победителя Евровидения Джамалу. Прям растрогало. Которого как... любить. Я люблю тебя, Жень. Я люблю тебя, Саш. Целоваться будем? Нет, Жень. Жаль, Саш. Я ж тебя за ум взяла, а не за то, что... Сегодня день рождения, но наши сердца бьются для вас всегда. Каждый день. Если на улице мороз, это полбеды. Если мороз в вашем сердце, а он бывает и в летний зной, приходите к нам. Приходите к нам, потому что шоу-ресторан «Альбир» – это первый в городе ресторан, который умеет любить. Конечно же, любить.
Мы желаем, чтобы ты всегда был на плаву, процветал, чтобы гости всегда с радостью приходили, открывали твои двери и радовались тому, что они находятся здесь. Чтобы всегда для всех хватало столов, чтобы мы радовали вас каждый день, каждый вечер и каждую минуту. Мы любим вас. Это шоу-ресторан «Альтбир».